В результате аварии, которая произошла на проспекте Имашева, пострадала 20-летняя девушка. Там столкнулись Mitsubishi Lancer и Volkswagen Polo. По предварительной версии, 20-летний водитель последний, не соблюдая дистанцию, протаранил впереди стоящий на светофоре автомобиль. Повреждения машин были несерьезными, а вот пассажирке Mitsubishi понадобилась медицинская помощь. Она сильно ударилась головой. Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи приняли решение госпитализировать пострадавшую.